Кстати, шикарная песня, но заслушана до дыр. Так, стринги, кабла, кабла. Да, если хотите начать слушать Король и Шут. То не начинайте это делать с последнего альбома. Он. Ну, я люблю эту группу, да, очень. Очень это одна из самых любимых групп. Из отечественных там чуть ли не одна. Чуть ли не единственная. Но последний альбом у них был. Ну, вообще не очень. Вот. Совсем. Там и тексты хромают, и. Ну, так что музыка, да, качественная. Естественно, мелодию-то они профукать не могли, но. Ну, не знаю, похрамывают. Есть пару хороших треков, но не все. Далеко не все. В старых альбомах, более старых, можно было слушать просто все подряд, оно все было шикарно. Ну, плюс-минус на любителя, конечно, но. Ария, не-не-не-не-не. Ари, даже не упоминайте про мне эту группу. Да, каньон в каньоне в каньоне. Мы встроили тебе каньон в каньон и каньон в каньон. Чтобы ты нахрен долбанулся тут. Нет, мы встроили тебе каньон в каньон. И в каньон, встроенный в каньон, мы тебя встроили еще один каньон. Чтобы ты делал, чтобы ты построил очень сложное предложение. Вот. Забыл про шахты? Не, я не забыл про шахты. Я вертел эти шахты, блин, в очень неприличных манерах. Я про шахты никогда не забываю, я, блин, про них помню. Я бы рад про них забыть, я их просто ненавижу. Так, то, что на уровне глаз я выкопал, ну, по верхам я не полезу. Ну, в смысле, там, совсем уж высоко. Пожалуйста, пишите грамотно слово «каньон». Это несложно. Хо-хо-хо. Вот оттуда я пришел в свое время. Я думаю, если я туда пойду, то. О, я даже вот сюда про. А, я прошел, наверное, такой. О, потом. И свалил. Так, ну я могу сделать выводы, что вот в ту сторону. Вот в ту. Мне особо исследовать нечего. Следовательно, я туда не пойду. Силк-тач кирка, естественно. У меня же жители есть, которые продают мне это зачарование в кирку за, кажется, 3 эмеральда. Ну, посмотрите отчет. Посмотрите отчет, 17 эпизод, там об этом я говорил. И показывал. В общем, вещал по-всякому. Надо посмотреть, кстати, как там с копирайтами у Киша. У них сайт должен быть. Наверняка есть. Может быть, Киша включать на стримах. В зависимости от того, что будет.
да, я помню это место. В зависимости от того, что будет с видео на Твиче. Если они будут загружаться, то я могу как-то так-то все сделать. Да я тут плотно все исследую. Слушайте, еще конь. Ой, блин. Мать моя волшебница. Вау, вот это места. И места тут распрекрасные, и каньоны тут красивые, и вообще. И вообще все тут хорошо. Да я могу включать короля и шута на стриме, я думаю, особо мне не докопаются. Но, во-первых, я не хочу нарушать авторские, просто не хочу, чисто по-человечески. А во-вторых, если я буду загружать это на YouTube, я хочу знать, что мне ничего за это не будет. Отечественная эстрада тоже за копирастов сейчас взялась. За копирайт и требует денежку свою. Ну, видимо, по вполне объективным причинам понятно, почему они это делают. Точнее, их причины объективные у них. Потому что музыка, зачастую это всякие Стасы Михайловы и прочая херня, которую не слушает практически никто, по крайней мере в трезвом состоянии. Вот. Ну и как-то же копеечку-то свою надо тянуть. С этого говнища. Они прекрасно понимают, что они делают. Они прекрасно понимают, что они делают низкопробную музыку. Низкосортную. Но хотят выжить с этого миллиона. Тем не менее, они их выжимают. Так. Блин. Это не очень большой получился забег в шахты. Ага, и там я был. Ну да, я здесь везде побегал. Кроме вот этого места. Ну там, возможно, тоже сейчас все закончится. А, ну это вот как раз-таки то место, где я выходить собирался. Это место куда более обжитое, чем я думал. Потом опять вскрою это все дело. Ха. 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 Приключения жителя в каньоне. Ха. Ха. Я догадываюсь, кстати, как его приключения закончились бы. Между зубов у зомби. В виде остатков пищи. Какая гадость. Ох-хо-хо-хо-хо. Блин, не, придется мне туда переться. Воу! Фриботик, а я, блин, откуда знаю? Я же этот плагин не делал. Спроси у автора плагина. Возможно, поможет. Ну как, это плагин мой, но... Он создан автоматически на сайте, так что... Не ко мне вопросы. Блин, а где я тут отверстие видел, через которое я хотел... А, во! Господи, совсем уже.
Не гугу. Угу. Ясно, понятно. Эти шахты еще, короче, чем я думал. Я видел изумруд, мне лень за ним лезть. Я больше гораздо получу у жителей, чем тут. Так, смотрите, а вот и житель. Только какой-то зазомбяченный слегка. Совсем чуть-чуточку. Да, ферму железа я буду делать, но я не знаю когда. У меня сейчас два других проекта есть, но мне для них надо куча динамита. Я пока не скажу какие, потому что, возможно, я их так и не реализую, а обещать ничего не хочу. Могу сказать только, что я их пытался уже однажды делать, но тогда это все так же на уровне идеи осталось. То есть я это хотел сделать, но не получилось. То ли поленился, то ли времени не хватило, то ли то и другое. Или на сервак на какой-то ушел играть. Да, Майнхак когда был, по-моему. По-моему, тогда на Майнхак ушел. Ну, в общем. Это я удачно зашел. Ага. Так, там у нас еще что-то есть. Вместо фермы гастов прочитал ферма глистов сначала. Я еще подумал, что за нахер? Ой-ой. Ублюдок. Ублюдки! Снять паруса. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Обыч куда пропал? Да работает. Блин, спросите у него. Я уверен, он в группе уже раз 50 писал, наверное. Куда он пропал? Я не знаю, когда он возобновит съемки, возобновит ли вообще. Я без понятия, у меня нет ни одного, блин, варианта. Нет, не писал. Ну, раз он не писал вам, почему, блин, вы думаете, что я об этом что-либо знаю? Я уже 100 раз на стримах говорю, что я не знаю. Не надо спрашивать у меня, куда ютуберы пропадают. Как правило, я знаю ровно столько же, сколько и вы. Возможно, и меньше, потому что видео не смотрю. Не потому, что я к этим людям так вот отношусь хреново. Мне просто не хочется смотреть видео. Мне... Ну, я уже говорил, почему я не смотрю. У меня просто нет ни желания, ни времени пересматривать там сотни этих летсплеев. Хотя овощи я, конечно, смотрел их с удовольствием. И у курящего смотрел до сих пор. У курящего я, правда, не все смотрю. Я у него квесты не смотрю. Опять же. Просто... Не люблю я квеста. Какая ферма гастов? Вы о чем? Фермы гастов в природе не существует.
Ну, кроме той бабуйни огромной у Итоу, но у Ито, окей. Даже во рту пересохло, чай кончился. Там какая-то вакханалия творится. Кроме той бабуйни, которую Ито построил, но, во-первых, это Ито, он может. А во-вторых, она... Я не думаю, что она сильно продуктивная. Нет, не со спавнерами, с порталами, там... Может, он просто гастов туда таскал, я не знаю даже. Я даже не знаю, как у него это все реализовано. Там полчаса видео, мне было не очень интересно на английском смотреть. Так как не родной язык, я его не понимаю практически. Так, что бы выкинуть такое? Что бы выкинуть? Вау! Слишком это было громко. Это было чересчур громко. Ну, либо звуки поменяли, и этот звук стал шикарным. А, ну, возможно, я потому что его слышал раньше издалека, а тут прям в упор. Либо мы тут были, либо я не знаю. Либо это странная генерация. Оу. Паук! Сосай! Ненавижу эти слова, этот сленг, но... Иногда он так в кассу. Реклама выскакивает у всех, у сабскрайберов тоже. Фриботик, я записывал же видео, я... Блин, смотри новости, пожалуйста. Новости имеют название, я думаю, ты сможешь найти нужное. Я объяснял, у кого будет реклама, у каких сабскрайберов, у каких не будет. Ну, я могу сказать, что у моих сабскрайберов будет у всех, потому что... Блин, посмотри новости, короче. Чего я должен объяснять, если это есть в новостях? Как-то желательно пересматривать новостные выпуски, хотя бы так. Если приходишь на канал, на любой, неважно. Неважно на какой, лучше пересмотреть новости, потому что... Там бывает важная информация для подписчиков. Ну, иначе на кой черт делать новости, если там нет важной инфы? Спамеры, ой, хроник было, было тут нашествие, ну так, по мелочи. Ну бот-то все-таки ссылочки-то банит. Эх, банит. Он их блокирует, ну, блин, порджит, короче, очищает. Блин, такие лысые шахты я впервые встречаю в жизни, наверное. Дай бог, что в последний раз. Ни хрена нету. Я хроник думал тебе тут... Твою мать, ты меня пугаешь, мышь. Я посмотрел, тебя нету в этом... В скайпе. А, фак. Ой-ой. Ой-ой-ой.
Как же тут, блин, страшно. Хоть бы мобы были какие-то. Да ни мобов, ни ништяков. Вообще никакого развлечения. Так, эти твари, видимо, у меня над головой и посыпятся на нее. Да, блин. Нахер. Фух. Переселение народа вообще, это интересно. Это ваши коменданты или кто там играют в Sims. Называется, поживи в общаге, почувствуй себя деревенским жителем. Ох, какое подлое место, я вам скажу. Да, подленькое местечко весьма. Когда по таким ходите местам, лучше очень аккуратно будьте. Именно в таких местах всякая хрень валится вам на бошку. Стрим будет идти столько, сколько будет идти. Я не планирую никогда ни время. Не особо планирую и то, чем буду заниматься. Так что не спрашивайте, просто не спрашивайте. Так, тут надо обновить название. Итак. Так, сейчас еще пару минут будем и уйдем на перерыв. Буквально пару минут. Не, мне некуда этот кусок золотой. Золотой слиток. Ой, ой-ой-ой. Так, я иду выше, это плохо. Мне надо ниже, если я хочу найти алмазы. Я был на высоте 17, по-моему. Сейчас уже 21. Вот. Ну, сейчас немножко пониже спустился. О, пещерка обычная. И это хорошо. Сука, эмеральдов, посмотрите, по дороге было. О, хорошее место, чтобы уйти на паузу. В общем, увидимся через 3 минуты, не расходитесь, увидимся. Перерыв.